Всем привет! Рада вас приветствовать и видеть на своем канале. Сейчас я вам хочу показать и рассказать, как я вязала кофточку с карманчиками на пуговицах. Вот я сейчас дам вам, в общем, план. Посмотрите, пожалуйста. Так, здесь вязка несложная, сотая. Потом я в узорах покажу все эти узоры, с которыми вязала изделие. Так, обратите внимание, что воротник связан тоже двойной резинкой. Воротник на стоечке. Так, привязывала я его круговыми спицами. Кофточка на планочке. Планочку привязывала отдельно, чтобы эта планка не тянула, потому что здесь узор поплотнее, чем планочка. Так, вот обратная сторона. Так, я вам даю общим планом. Все, посмотрите, пожалуйста. Так, здесь вот два карманчика. Внизу. И здесь тоже маленький карманчик. Так. Вязано здесь лицевыми и изнаночными. По узору, который будет приложен дальше. Теперь эта кофточка напоминает как типа Шанель жакеты, кофты. Здесь ничего сложного нет, но выглядит красиво. К этой кофточке я еще вязала юбочку, которую в следующем виде тоже расскажу и покажу. Так, вот даю я вам ее общим планом, пожалуйста, посмотрите. Так, и обратная сторона. Сейчас переверну, секундочку. Вот. Сейчас, посмотрите. Так, с обратной стороны. Если вас это заинтересовало, это кофта-жакет для ребенка, тоже год-два, пожалуйста, заходите на мой канал. Там будут скоро выложены схемы, узоры. И подписывайтесь. Буду рада вас видеть на своем канале. Всего хорошего. До свидания.